почти. Ребят, непередаваемое ощущение, вот сразу хочу сказать, запах моря такой, что вот, не знаю, не описать. Море Тиренское, это не Адриатика, не Средиземное море. Кстати, в Турции, когда был, Средиземное море не пахнет, а здесь вот пахнет. И запах такой, вы знаете, как на Черном море из детства, запах из детства. Ну а волны тоже оттуда же. Ну просто Куба. Ну что, с первым купанием, а? Вода прохладная. Ну и что, насрать. Давай, выключай. Ладно. На сегодня все. Спасибо всем.